впечатление. Вот впечатление. Столько селфи не было уже давно. Селфи прекрасные, ребята классные. Вы знаете, самое главное, я кайфую от того, что в целом в Омске происходят такие интересные перемены. Я вообще, это не заказная история, я про политику обычно не говорю, но получается, временно исполняющий губернатор новый, он постоянно говорит про молодежь, про молодежь, про молодежь. Мне безумно приятно, что на форуме «Ритм» собираются молодые, красивые, талантливые. Я уезжаю, наверное, с не меньшим объемом знаний, которые отдал ребятам. Они меня тоже прокачали, это очень здорово, спасибо большое. Было интересно и тем, у кого еще нет собственного бизнеса, и тем, у кого есть, потому что тем, у кого нет, тех он подстегнул заняться и его правильно реализовывать, а тем, у кого есть, поскорее вернуться в город и начать все лучше и лучше их реализовывать. Форумы нужны, их нужно проводить, их нужно. Единственное, что, конечно, хотелось больше охват, больше массовости. Тогда у нас есть шанс больше пробудить население, больше пробудить молодежь, в первую очередь, к подвигам и к любви к нашей области, ну и к стране в целом. Очень интересно познакомиться с данными спикерами было, то есть именно вживую поговорить с ними. Искру дает, он то, что заставляет тебя дальше какие-то, может быть, вот я захотела заняться именно чем-то, может быть, каким-то спортом.